Сегодня родина казахстанского футбола. Здесь, на ярком стадионе «Спартак», уже завтра Кайрат сразится с местной одноименной командой. Встреча в рамках 11-го тура Премьер-лиги станет для нашего клуба первой в этом городе после большого футбольного бума, связанного со столетием основания спорта номер один в Казахстане. В честь памятной даты местная арена прошла реконструкцию, и сейчас ее внешний вид является одним из лучших среди футбольных стадионов страны. Не забыли здесь и о создании небольшого музея, который больше походит на некий уголок памяти. Впрочем, и на том нужно сказать спасибо, ибо поднимать архивные данные было нелегко, но на стенах подтрибунного помещения все же присутствуют действительно исторические фотографии и документы. За день до игры в городе воцарилась пасмурная погода, что не испортило начало футбольного праздника для местных болельщиков, прибывших на тренировку Кайрата. Стоит ли говорить, что почти все из них пришли, дабы убить Самата Смакова, уроженца семьи, одного из самых узнаваемых людей города, давно ставшего здесь символом футбола. Матч премьер-лиги между «Спартаком» и «Кайратом» состоится завтра, 10 мая. Начало 16:00 по времени Алматы.